Сегодня, наверное, последний летний день года. И я очень рад, что провожу его с любимой командой, с Локомотивом. Ну и буквально полчаса уже отделяет нас от начала автограф-сессии. Конечно, хочется, чтобы наши футболисты показывали с каждым разом все лучше и лучше результат. Ну а мы их с удовольствием в этом поддержим. Только Лока, только победа! Желаю нашей команде только победы, чтобы всегда радовали наших болельщиков. А мы, в свою очередь, как фанаты, всегда преданные, будем ходить на трибуны и поддерживать всех наших игроков. Только Лока, только победа. Мороза! Мороза! Наверное, можно, пожалуйста? Стоять. Лучше, лучше, вообще. Давай, лучше, лучше. Наир, удачи! Наир! Я постараюсь, мой друг, постараюсь, спасибо. Братик, братик, давай. Давай, быстро. Спасибо вам большое. Привет. Удачи. Принципиально вообще сегодня победить, да, потому что показать реакцию на прошлый матч с Ростовом, и естественно, что это домашний матч на домашней арене, и нам необходимо показать сегодня хорошее качество игры и немного и переломить тенденцию в плюс перед решающим матчем в чемпионате. Давай еще раз.
Уважаемые болельщики, давайте вместе поприветствуем друг другу. Thank you.
подай! Подари ты, чтобы на меня не обижали. Кому хочешь? Вот тут? Вот там? Вот маленькому мальчику. Подари, пожалуйста. Там уже друзья. Мальчик делал. Вот сестра его. Спасибо. Ты сейчас сфотографировал? Да. Прекращай уже, а? И мы счастливы. Не играю, но распишу. Спасибо большое.